Для красноярцев готовят новый мюзикл, который может стать очередным хитом на сцене музыкального театра. Он называется «Джен Эйр». Его создатели Ким Брейдбург и Карен Кавалерян, авторы нашумевших постановок «Голубая камея» и «Казанова», которые собирали полные залы и в Красноярске, и за рубежом. Как и в своих предыдущих работах, мастера приезжали задолго в наш город и отбирали артистов, которые будут исполнять все роли, от главной до второстепенной. И вот сегодня презентовали небольшие отрывки будущей премьеры. На большой сцене красноярцы увидят готовую работу 14 декабря. Всегда привлекал этот сюжет. Я с юности, с детства, можно сказать, любила роман «Джен Эйр». И где-то подсознательно всегда, видимо, ждала, что этот роман будет воплощен еще в какую-то сценическую форму. Спектакль заняты и актеры молодые, конечно, да. Вот. Но труппа в большом составе занята. Потому что людей много, и балет, и хор, и солисты. И, в общем, это большой проект театральный. И, конечно, как всегда, у Брейдбурга пышные костюмы, декорации и оркестр. В спектакле задействована практически вся труппа музыкального театра. А сегодня на встрече с поклонниками разыграли один билет на премьеру. Он ушел девушке, задавшей вопрос Киму Брейдбургу о его дальнейших профессиональных задумках. Композитор лично вручил билет победительнице.